Здравствуйте, дорогие друзья. Что у нас завершающий матч субботнего дня, ну и завершающий матч в Сильвер-лиге этой пары Мастер-сервис Амкал, 10-й тур в составе команды Мастер-сервис. Сегодня Томах Денис, Литвиненко Георгий, Полищук Андрей, Прокутов Никита, Пасюк Артем, Кравчук Дмитрий, Вочель Александр, Криворуков Ярослав, Кизим Виталий, Пуховец Юрий Козловский, Таранин Александр. Ну, блин, многих пока что, друзья, я точно не вижу. В составе команды Амкал Курилов Дмитрий, Прохамчук Алексей, Шимкив Александр, Шимкив Николай, Пашка Валентин, Волк Дмитрий, Вильцы Артем, Савченко Николай, Сущенко Богдан и Горохов Евгений. Сразу хотелось бы отметить то, что у нас в составе команды Амкал много достаточно изменений было с предыдущими сезонами. В составе же Мастер-сервиса более-менее всегда стабильно. Единственное, что, как я понимаю, сегодня не хватает игроков. По каким-то причинам не все приехали. Ну, а Амкал впервые будет играть с двумя братьями. То один приезжал, то второй, а сейчас все два брата. Шимкива, Николай и Александр. Вот так. Учитывая, что Dream Team не участвует в награждении, Мастер-сервис и Амкал борются за призовые места, но Стельмах, если я правильно помню, обыграл Мастер-сервис по личке и сыграл в ничью. Соответственно, Мастер-сервис устраивает только победа, дабы получить призовое место, и это будет второе, как я понимаю. А команду Амкал устраивает, наверное, ничья и победа. Вот так это будет корректно, правильно сказать. Отыграл на Литвиненко. Томах обыгрался с Вочелем. Пойди. Кравчук вынужден сегодня, Дмитрий, ставить на воротах, выручать свою команду. Очень часто Мастер-сервис сыграл в этом сезоне в отличном темпе, в высоком темпе. Но всегда удавалось им давать победу. А тут зажимает мяч все. Шемки. У вас это классный розыгрыш. Пашка выручает свою команду. А надали на добивание Томах Денис. Мы видим, что надежен в этой ситуации. И реализовывает первый мяч. Это без ассиста, друзья. Вот как-то быстро удается и легко, казалось бы. Волк на Шимкива. Савченко. Таранин. Бильце. Артем на Шимкива. Сохраняет мяч Шимкиву. Сильное владение мячом. Он играет также за лидер Суперлиги. Ну, поэтому в любом случае сегодня будет усиливать игру команды Амкал. Савченко на Шимкива. Совершенно удар не удается здесь. Ну, стоит обратить внимание на то, что очень холодно. Кардинально другая погода, в отличие от предыдущего тура. И, конечно же, скованность в ногах, в мышцах присутствует. А, соответственно, техника и владение мячом значительно... Руся! Волк на Шимкива. Вочель.
Таранин пробовал шире сыграть, на то махает, не точно. Спасибо, Гам. Таранин. Пасюга снова назад, Прокудов туда вперед загружает на Томаха. Шемкиев. Саша ниже чуть. А, все. Савченко. Искал решение Савченко, на самом деле не нашел его. Тут же завладели мячом мастер-сервис. Прокудов. Таранин на Прокудова. Пасюга вперед нагружает. Пробная работа от Николая, ну и ни к чему на самом деле она не привела. Пасюга на Прокудова. Таранин. Топ на Кравчука. Ну, короче, какой-то прессинг навязали, все же Амкал. Пасюга на Прокудова. Вперед, Никита. Попробовал проверить. Горохов. На Савченко. Передачу удалось перехватить. Томах Таранина и Николай Савченко полезен в отборе, как минимум сейчас Курил выиграет назад на Горохова. Я понимаю, Сученко, Богдан. Ворохов. Не дает ему пробить полноценно Таранин. Напасть его был, снова Таранин. Курил классный пас давал, на самом деле все как надо было в этой ситуации, просто доработали в защите мастер-сервис. Кравчук надежно на пасе угол. Прокудов решил здесь пропустить мяч на всякий пожарный. Георгий Литвиненко. Таранина. Несколько раз пробовали вводить там угловые, Пасюга. Удар с левой ноги не получается. У 14 номера мастер-сервиса. Пашко. Пасюга груди сбрасывает на Прокудова. Тому не дают развернуться. Шимкиев. А Николай передачу перехватил. Артем Пасюга. Прокудов. На Таранина. Пасюга. Отличный розыгрыш. В треугольник смещающийся.
по всему полю прокудов. Вот оно добивание. Евгений, уточни фамилию. Таранин это или кто это? А? Уточни фамилию игрока забившего, пожалуйста. Фамилию. Да, значит, правильно. Все записывал. Да. Давай, давай, давай. Лево. Лево. Спина, Саша, в очередь. Дай, Сюга. Валик, лево. Есть, есть. Стопа, Сюга. Но здесь явно передача была слабовата. Твоя спина. Спина лево. Один, один убежал, один. Шемкиев. Волк пытался там как-то направить передачу на дальнюю, не дошла она толком до адресата. Пасюга на Вочеля. Бога, Бога здесь. А, садай его! Садай! Иди так, на садовище! Есть ширина! Внимательнее, не спешите, пятерочку отошли. Шемкев, Александр обыгрался с Бильцей, Артем хотел развернуться, как-то ускориться, но видим, что тут непросто было сделать. Таранин играет направо от Томаха. Бильцей. Снова на Артема. Хорошо корпус ставит Артем и фалят в него в итоге. Шимки на Бильце. Есть туда. Андрей, не обижайся. Все, на своем месте. Тима, блядь, иди, иди. Пасюга. Ромочка, Тим, иди. А, стоп. Стоп. Догони, догони, садись. Вочель на Кравчука. Спокойно. Снова Вочель. Саш, сторонник, найди и вперед. Классно закрывает Александр корпусом доступ к мячу. Классно простреливает в итоге на дальнюю. Друзья, это был бы третий мяч, если бы надежнее сыграл в этой ситуации, конечно же, с ударом. Хороший перехват от Шимкева. И вот он эпизод доверного, где Бильца Артем реализовывает. Хотя большое количество работы тут сделал Шимкев. Мяч вперед, пожалуйста. Мяч вперед. Мяч вперед. Саня, мяч вперед. Мяч вперед. Таранин. Саш, под себя каблук, Саш. Горис, три, три, Санёк. Есть, есть. Игорёк, фол. Сине. Оп, оп, подавайте, да перещи. Набегай. 2-1, я напомню, сейчас счет, 7 минут до конца первого тайма. Вочель. Прям Прохомчука пробивает в итоге. Кравчук на Прокудова. Отличный выход из-под прессинга. Александр Таранин. Горохов Евгений против него. Женя на Кравчука играет.
Ворохов назад. Прохамчук. Играть? Ну, Ворохов. Леха, Саня, Саня, последний. Саня, за спиной. Саня, за спиной. Варёк, мастер. Что мне? Да? И в линии дальше. Ходи, давай выше. Евгений Горохов, штрафной удар. Ну, на самом деле, не понял я решение, куда Женя там направлял мяч. Скорее, может быть, хотел бы полностью по диагонали пустить на Сущенко Богдан. Ну, не знаю. Сущенко на Курилова. Опасно очень. Вочель мог только что забивать третий. И чуть-чуть дать передохнуть своей команде. Спокойнее играть в целом. Горохов Евгений. Обрабатывает передачу. Сущенко Богдан. Снова на Горохова. Сам, Лех. Кравчук. Курилов. Мне кажется, успевал здесь. Женя Горохов, ну. Вон треугольник. У нас три, тупор. Вон треугольник. Решил остановиться почему-то. Вочель. Прокудов. Таранин на Прокудова. Хорош. Стоп, стоп, стоп. На горах отыгрывал Сущенко Богдан. Пасюга на Прокудова. Вот он удар на исполнение. Пашка там на самом деле, мне кажется, без шансов для него. Прокудов на Вочеля. Пробует раскачать Александр. Сука! Умнички, умнички! Извини. Таранин. Александр на Артем Пасюгу. Шимкиев. Хорошо убегает Шимкиев. Чувство запутывается сегодня в ведении мяча. Мне кажется, что это просто холод на него так влияет. Ниже один. Ниже, еще один ниже. Поля, справа, ниже, Поля. Все, накрывай, накрывай. Пол, накрывай. Уже. Наш, наш, наш. Пасюга на Кравчука. Кравчук. Очень хороший навес на Вочеля. И тут вынужден Пашка был выпрыгнуть. То есть сделал и на самом деле нивелировал угрозу.
первого тайма, которая, наверное, была последней, потому что всего полторы минуты остается. Мне кажется, что нужна ответственная команда подойти к сохранению счета, учитывая, что впереди еще весь второй тайм. Очель. На Пасюгу. Таранин. Снова на Очеля. Прокудов. Быстрый пас сейчас практикует. Мастер-сервис. Мастерски. Пока что получался. Но аут, как мы видим, на стороне соперника. Шимкиев закрывает корпусом. Отыгрывал на Артема Абильце и никуда этот мяч в итоге не дошел. Право пойди. И вот он розыгрыш Доверного. Очень близки были забивать только что. И тут же контратака сейчас от команды Мастер-сервис. И время выходит первого тайма. 2-1 пока что выигрывают салатовые. Мастер-сервис. Вот и прозвучал свисток. Небольшой у нас был перерыв, отчасти из-за температуры. Ну и на самом деле темп матча очень хорош. Савченко играет. Курилов, точнее, играл на Савченко. Прохамчук. Удар от Курилова Дмитрия выше ворот. Направляет он мяч. 21 номер. Кравчук. На Прокудова. Горохов. Жесткая игра в корпус. Курилов на Прохамчука. Савченко отыграл назад на Пашку. Пашка снова на Прохамчука. Кравчук. Пасюга на Прокудова. Прокудов дальше на Томаха. Денис хорошо пробирается по левому бровке, но все это заканчивается в итоге. Пашка на Горохова.
По-прежнему нам Галу нужно отыгрываться. Это морально давит, конечно. Прокудов. Тома на таране, на Пасюга. На таране, на Томаха. Активно мастер-сервис комбинирует сейчас. Вот он розыгрыш в стенку, но Денис тут зря выбегал от того фланга. Темп был высок, сейчас также замена и у Амкала для освежения темпа, рельсы. Вот он может решить все, на самом деле, не раз становился лучшим игроком тура, но тут два раза точно за эти 10 туров. Я думаю, что за счет этого, конечно, он очень опасен, особенно когда вот есть пространство. Шимки боролся. Николай Шимков на Александра. Кравчук. Таранин на Артем Пасюгу. Шимкиев рискованно, он так через центр на Артема был передачи направлять. Ну, мы видим, что пятерку Амкал это не остановил. Кравчук на Пасюгу. Шимкиев. Да ну! Что ты делаешь? Зачем ты свист? Вот он у нас мяч был! Зачем ты свист? Это желтая для Литвиненко. Посчитал судья, что все же не сможет как-то там передвинуться нормально. Ну, возможно, лишний свисток, конечно, здесь. Недоволен, я понимаю. Ну, кто знает, как пройдешь. Уши стали друг друга. Стали уши. Санюш, стой. Тим, ты стоишь. Артем выжимает. Шемкиев. И есть добивание. Артем Бильце реализовывает. Очень точный пас, как мы видим, со штрафного. И Артем не засомневался в этой ситуации. Как минимум, они что-то устраивают сейчас Амкал. Бильце. Александр Шимкиев ошибается здесь. Литвиненко, Таранин. Понял, теперь записал правильно. Бильце. Таранин получает желтую карточку. Таранин будет разыгрывать аут Литвиненко. Пашка выручает здесь свою команду. Прокудов. Не, подожди, посчитай. Посмотри, что делаешь. Уйди. Дальний, Джордж, пойди на дальний. Джордж, пойди на дальний. Прокудов, ну Пасюгу. Саша, иди, схавай его. Ну, схавай его. Блядь. Рэп, рэп. Один. О, рэп, рэп. По приколу тебе. Не игровой. Сейчас, иди. Я там. Пол, Игорек. Смотри.
Нормально? Один здесь, дальний кто? Так а зачем ты не фол, если мяч? Потому что через человек лежал. Два, у меня два! Ой, два! Стоп! Ой, Лена на свое! Видел, видел. Саня, а что ты смотришь на свое? Ну пусть, блядь, тут... Рэп, можно игру ускорить немного? Не. Прокудов. Саня, на Прокудова. Вочель. Лови в руки. Там правая, правая, лево, лево. Пашка. Старался Вол как-то достать эту передачу. Ну, друзья, не просто это было сделать в этом моменте, как минимум. Давай, Дим! Саш! Саш! Вочель. Бельце подчищает. Сущенко. Богдан точно переводит мяч туда, на Волка. Ну а там Шимкиев. Кравчук все-таки фиксирует. После некоторых определенных трудностей справляется с задачей своей. Литвиненко. Обыграл Старанином, Прокудов. Вочель. Санюш, еще, я на его место. Все, разобрали. Да. Александр Вочель на Литвиненко. Давай. Сам Димончик, здорово. Давай, 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 давай. Снова очередная смена. Сущенко. Сильный удар. Кравчук выручает. Тут же вбрасывает на Таранина. Таранин обрабатывает. Играет на Вочеля. Александр. Долго достаточно последним с мячом тянул. И в итоге потерял его. Горха. Курилов. Хороший сильный удар. Но не залетает мяч в итоге ворота. Дальнюю возьми. Да. Горохов. На прострел. Хорошая ударная позиция справа. И Кравчук выручает. Но Курилов реализовывает. И, наверное, меняет сценарий этой встречи. 3-2, друзья. Забрали. А Игорь там пол добавил? Да. Курилов. Кравчук выручает здесь команду свою. Сущенко назад на Пашка. Сущенко убегает вперед, ну и пробивает. Пробивает, правда, не так, как хотелось бы, наверное. Васюга. Таранина. Вочель. Кравчук навешивает вперед. Горохов. Вархамчука. Снова Горохов. Савченко. Ну, желтая карточка у нас для Сущенко. Пасюга на Вочеля. Снова Пасюга. Таранин. Кравчук борется, но Таранин выигрывает, хорошо убегает вперед. Это дает достаточно неплохую передачу на Томах, автора первого мяча. Но здесь надежно все-таки Пашкова. Выходит из ситуации Горохов. Медлительно принимал решение Савченко. Томах на Пасюгу. Вочель. Разберите игроков. Кравчук на Вочеля. Таранин. Коля, от центра. Догоняй его. Оу, блядь. Давай, давай, давай. Нет. Вочель. Играть правее. Томах там старался достать эту передачу, но не получилось, как мы видим. Там встань, Денис, не надо сами ходить. Ближе, ближе, ближе. Саша, право, Том.
еще раз вести, пожалуйста, вратарь. Сученко, неточный пас. Аут для мастер-сервис. Вочель на пасюгу. Артем ищет решение играть снова на Вочеля. Через центр можно пробегать, конечно же, было, но не решил рисковать. Уж максимально здесь пасюга. Ранен. И вот он момент на удар. Заблокировал его Горохов. Сученко на Савченко. Ну, Александр отлично подчищает, как мы видим в этом эпизоде. 8 минут до конца игры. 4-3. 3-2, точнее, прошу прощения. Где я там по голу? Записывал командам, я, честно говоря, не знаю, но 3-2. 5-5, проси, проси 5. Шемкеев. Сильный удар, ну что творит Кравчук, друзья? Честно говоря, очень не слабо играет, как мы видим. Ай, Димончик, Ваш! Пожалуйста. Под него, под него. Там, там, забирай мяч. Шемкеев. Сзади аккуратно. Хороший контроль от 11 номера. Дальше на выход из-под прессинга. Едва шанс не подарил для Александра Вочеля, как мы видим. Если и выходить из-под прессинга, то явно поосторожнее. Бильце. Волк. Прорабатывает эту передачу. Пробует ускориться. Не позволяет ему этого сделать. Кравчук. Таранен. А это пас в спину. Ничего там не сделаешь и не успеешь вернуться. Уже пробежал. Никита Прокудов. Вочель. Прокудов на Вочеля. Снова Прокудов. Да, зелененький аут, пожалуйста. Пятерочку. Вочель. Таранин. Классно пробирается дальше. Играет на Полищука. Прокудов. И вот он, розыгрыш штрафного, и это добивание, друзья, это гол. Ну, вот какая ситуация. Таранин забивает в передаче Вотчеля. Пошли, пошли, мальчики, пошли. Шемкиев. Александр Шемкиев на Волка. Николай Шемкиев. Пешков. Жора ниже, еще ниже, Жора. Ранен. Вочель. Отличный отбор от Артема Бильце. Дальше продолжал бороться. Ну, ты себе сбрасывал, там, я думаю, куда симпатичнее было бы, конечно, все же. Но это уже история и, наверное, стоит идти дальше. А дальше у нас 4,5 минуты и пока что ничейный счет. Бильце. До конца, до конца! И есть добивание, и снова хороший розыгрыш стандарта, друзья, как будто не случайно. Волк.
С передачи Шимки вам. Николай. Мяч вперед, пожалуйста. Таранин. Тридцать шесть минут. У нас 4-3. Тот самый счет, про который я случайно оговорился. Здесь стали игроков не отпускайте. Санёк, я за спиной, Сань. Пять. Лево, Сань. Пять. Чё? Вовку держи, Сань. Хорош. Блядь, ты заебал, дай поиграть в футбол. Все, ничего не говори, там нахуй не кажется. Все, товарищ. Все, понял. Давай. Ну, в очередь получает желтую, друзья. Вот так. Остата первая? Да, да, первая. Ним, тяни туда. Шимки. Надобрали! Димочка! Зачем? Играй, играй, есть! Прокудов. На Литвиненко. Снова Прокудов. Таранин сбрасывал. Интересно. По-хитрому. Шимки. А этот чистый отбор в мяч. Ну а далее. Да ну! Да не снимем мяч, давай, судья! Ну так! Спокойно! Лежащий, подогнешь! Я до атака! Две минуты у нас остается, друзья, 120 секунд. Кравчук. Литвиненко. Снова Кравчук. Вот чель. Таранина. Гора, бляйся, жор. Пацаны, доверы, блядь. Дай. На. Прокудов на Кравчука. Снова в очередь. Давай, давай, смыло. Дай. Снова Прокудов. Давай. Вот такая пробный нарез. Очель. Прокудов. Снова на очеле. Жестко достаточно Шимки пошел в отбор сейчас. И отложенный. Давай. Это что? Давай. Вот сейчас спорная ситуация, я не комментировал это особо. Два фола было дублирующих у Амкала, и судья, посчитав после отложенного, это шестой. Конечно же, вынуждены остановить игру. Поэтому будет пробивать Таранин. Есть забитый мяч от Таранина, друзья. Реализованный в девятку. Шимкиев. На Пархомчука. Снова Шимкиев. Александр контролирует мяч. Опасно. Вдвоем вытесняли его как могли. Пашка. Валентин. Кравчук. На Прокудова. На самом деле Амкал устраивает ничья, но вот с этой агрессивной игрой в атаке они могут еще и пропустить ненужный мяч совершенно. Но тогда мне непонятно.
Шейм Киев. Dream Team не участвует в награждении, а значит, позиции будут распределены. Братик, играй! И, друзья, звучит финальный свисток. 4-4 у нас. Боевая ничья. Вот такой счет.